В рамках реализации проектов «Старший брат» и «Детский спорт» и в честь Дня бокса одинцовские единороссы поприветствовали участников открытой тренировки воспитанников клуба «Доступный спорт». Клуб любителей бокса в деревне Ликино существует уже более 10 лет. Тренировки ребят проходят на базе местной школы и открыты для всех жителей округа. Сегодня в нем занимаются не только дети, но и взрослые, для кого этот вид борьбы стал любимым. 1 сентября в клуб придут заниматься также школьники из Жаворонковской школы.